8000 квадратных метров площадь будущего футбольного поля в Витязево. Делается все по международным стандартам. Сейчас подрядчики создают основу под поле, планируют строительство административных зданий. С особой тщательностью подходят к созданию системы коммуникаций. Мы расположили свои объекты, перепроектировали их так, чтобы сохранить все охранные зоны вокруг этой сети. Все. То есть только изменения на координатах расположения объектов произошло? Да, все верно. Но это за собой несет, скажем так, перепроектирование сетей подводящих инженерных. Техническим заказчиком выступает управление строительства Краснодарского края, соблюдение сроков и качества, их ответственность. Муниципалитет оказывает всю необходимую помощь. Общая сумма финансирования на создание двух современных стадионов свыше 250 миллионов рублей. Прокуратура осуществляет надзор за расходованием средств и контролирует ход работ. Небольшое отставание в графике есть. Связано оно с заменой подрядной организации и корректировкой проекта. Вот сейчас вот здесь делается вот это вот фундамент, и делается он вырытый котлован, это под котельным. Вот здесь будет насосная плита, здесь плитные фундаменты, они 20-сантиметровые. Это вот сделается в конце ноября, будут полностью вот эти фундаменты готовы. Сейчас заливаем здесь, и делаем вот эту вот этот участок под полной стенкой, делаем вертикалочку. Ну, буквально тут это, заливаем эти фундаменты. К ноябрю они в ноябре будут готовы. В течение 10 дней подрядчик обязуется приступить к укладке газона. Для создания надежной основы поля осталось разровнять 600 кубометров песка. Обращаясь к главе Анапы Юрию Полякову, первый заместитель прокурора Краснодарского края просит еженедельно контролировать стройку. А вот подрядчиков буквально предупреждает. В соседнем Геленджике недобросовестные строители попали в прицел внимания правоохранителей. Я вам хочу пояснить, как пока претензии только отставание вопроса по коллеги, так назовем вашему, который недобросовестно исполнял свои обязанности в Геленджике, уже уголовно-правовая оценка. Да. Смотрят такое количество подразделений, в том числе и оперативных, и специальных служб, которые похитить не дадут. Поэтому вы несколько раз подумайте, каждого из своих работников на это, так сказать, сориентируете. Не получится. Не, вот в установленный срок нужно будет что-то делать, иначе никто этого не поймет. Ни нас, ни вас. Ваша задача, вы уже понимаете, у вас руководитель поменялся? Да, здесь. Поменялись, да? Поэтому, ну, как бы, да вы новый руководитель? Я, да. Да, ну, тогда поактивнее, а то вот так вот со стороны смотрите. Со стороны не надо сейчас смотреть. Сейчас надо вникать в каждую проблему и знать ее до мелочей. Поручение для анапских прокуроров вместе с администрацией города-курорта осуществлять ежедневный мониторинг будущих спортивных объектов.